я записывала вот такой ролик, что поломка техники и сексуальная агрессия. И астролог предупреждал об опасности суперлуния. И я решила не спать ночью, записывала ролики, чтобы, не дай бог, вдруг сегодня не будет работать техника. А у меня появились интересные статьи, которые я прочитала, решила записать ролики и опубликовать, пока техника работала. Но у меня еще огород надо поливать. Думаю, в колодце стоит мотор, который качает воду. Надо быстренько полить огород. 5:30 я вышла поливать огород. Вдруг техника не сработает, и я не смогу полить огород. Я полила огород. Мотор работал. Вот я забыла попить чай. А это тоже техника, электричество. Надо попить чай. Сейчас я запущу ролик, он будет записываться, а я пойду попью чай. Потому что вдруг, как астролог предупредил, вдруг отключится электричество, и я не успею попить чай. Ну, а на этом все.